Как звать тебя, красотка? Яна. Ты будешь показывать фотографии? Они сами будут идти. Кто хочет, смотрит, кто не хочет, все равно смотрит. То есть у тебя типа презентация себя и с использованием экрана, скажем так. Да. Ну я же модель, а как мне показывать? Я из медицинской семьи, 13-й буду врач в третьем поколении. И очень удобно, когда все родители врачи, всех специальностей, вся семья, и ты знаешь, куда идти, везде научат. Кем ты хочешь быть? Ну, скорее всего, репродуктологом, но моделинг тоже не буду бросать. Кто за тебя болеет? Все модели, все врачи, собрали всех. А что ты готова ради победы? Вообще на все, но подстав не будет. Надо честно. Если победитель, то победит честно. Вот этот томный взгляд тебе поможет. Это точно твой козырь. Здравствуйте, меня зовут Яна, мне 19 лет, я из Ставрополя. Я занимаюсь моделингом профессионально, подготовила видео с фотографиями. Занимаюсь этим 4 года, еще со школы. Было много съемок, снимались в клипе Юджи, который участвовал на ТНТ, песни, на которой мы снимали клип. Были на радио, давали интервью, участвовал в двух проектах «Позинг» Надежды Корненко, ставропольском модельном. Я учу английский и французский язык с детства, я много путешествую, была в более чем 30 странах. Благодарна за возможность участия в проекте, потому что я хотела попасть в прошлом году, у меня не получилось. Но лето я путешествую, в следующем году, скорее всего, будет так же. А сейчас все совпало, и я здесь. Проектом из блокнот Ставрополь. Я хочу, чтобы вы меня поддерживали, за меня голосовали. Спасибо.